А наказание она выбрала самое, что ни на есть бабское. То есть, как только вы были, так сказать, в плохих, она вас не допускала к телу. Да. Ну... Девочки, вы будете не допускать. Свято место найдется та, которая... Поэтому не только допустит, но и пригласит, да. Трудно что-нибудь представить. Но как только получили мы штампик в паспорте, тогда меня уже опять отлучили. Хотела сказать, замечательно, до того момента, как только появилась первые две полосочки. Тут она опять сказала, нельзя. И тут она сказала, все, нельзя теперь. И никакие мои доводы, никакая научная литература, примеры друзей и знакомых. А руки уже были сожжены по локоть. Прямо к вам в объятия? Нет, естественно, нет. Ну просто она начала паниковать. И прижимаясь к вам все теснее и теснее. Александр, сказала она, мне страшно. Александр, сказала она, обоймите меня. Интонация была другой, да. В одной руке крепче забарали. Дело ее было покусывать комарами. Это было то, что нужно для меня, потому что...